Дини Пьетро обвиняется в создании вооруженной банды и преступном сговоре. Пьетро, речь идет о 10 годах заключения. Вот именно, Джулия. Самое худшее уже позади. Что еще может случиться? Я могу вытащить вас из тюрьмы. Что, простите? Это задрипанная банда бывших научных сотрудников. Найдите мне 30 веществ, законных на данный момент, и я вам гарантирую свободу и снятие судимости. Это неофициальное соглашение. Для полиции вы не существуете. Жизнь дает нам второй шанс. Мы снова создадим банду. Значит, безопасность Рима в руках этих неудачников? Других у нас нет. С этим антропологическим типом я с закрытыми глазами справлюсь. Эй, толстячок! Ты что, не узнаешь меня? Мы же ужинали все вместе в Цацоне. В Цацоне? Буякаро. Кепета. Может быть. Может быть. Что ты засмущался-то, черт подери? Мы не можем ошибиться. Больше никаких шлюх. Больше никаких спортивных машин. Но прежде всего, никаких наркотиков. Никаких шлюх и никаких машин, я понял. Нет, Альберто, никаких наркотиков. Конечно. Ты что, мне не доверяешь? Я как гинеколог. В каком смысле? Что-то я не уловил. В смысле, гинеколог же не тестирует всякий раз, когда видит... Видит что? То, что ему нравится. Что за дурацкий пример? Хорошо, согласен. Держитесь. Что скажете? Бита. Боюсь, только будет сложно остаться незамеченным. Твой сын вот-вот родится. Сейчас закончу одно дело и сразу приеду. Банда ученых прекратит свое существование. Нет, комиссар, банда ученых только начала свое существование. Дорогая, я здесь. Я сделал это. Я свободен. Пьетро, почему у тебя свастика на каске? Потому что я приехал на подлинном мотоцикле Третьего рейха. Не мог же я ехать в обычной каске и на мотоцикле Третьего рейха. Я бы выглядел как кретин. Только не показывай свастику ребенку. Нет, нет, ты шутишь. Конечно, нет. Ведь это очень деликатный момент.